добавили. Ну, мы по-прежнему не знаем оценки Кристины Пограничной, и пока будем смотреть выступление Лауры Зенк, США. Удивительно. Вообще столько находок в упражнении. И удивительно еще и то, что не имея пока ни одного крупного старта в своей практике этого сезона, она так уверенно себя чувствует на ковре. Да, это проявление характера, сильного характера. Она молодец. Лаура Зенк начала заниматься достаточно поздно художественной гимнастикой. В 7 лет до этого были плавание, танцы, в частности, китайский народный танец, которому она уделяла много внимания. Не только посредством китайского народного танца она не рвет связи с родиной своих родителей. В Нанкине, когда она выступала на юношеских Олимпийских играх, достаточно удачно она познакомилась со всеми своими китайскими родственниками. Впервые. Наталья Климук тренирует гимнастку. Наталья Климук давно работает, возглавляет художественную гимнастику в США.